Всем привет! С вами Антон Морев. Мы находимся на конференции «Холодь-2022». И сегодня мы поговорим с Максимом Бартеневым, который является CTO Big Data в МТС. Максим, привет! Привет, Антон! Привет, Хайлот! Давай с места в карьер. Мы сегодня будем с тобой разговаривать об импортозамещении в МТС на уровне Big Data. Прежде чем будем говорить, как и предметы, расскажи, пожалуйста, какой у вас стек Big Data в МТС? Стек Big Data в МТС, он вообще достаточно такой обширный, то есть поскольку в целом работа с данными — это очень-очень много шажков от там, загрузки данных до потребления, там, до аналитики и так далее, то стек, соответственно, тоже очень большой. В основном он основан на open-source решениях. Могу назвать, например, ну, такие вещи, то есть у нас Data Lake на Hadoop, там, презентационный слой и вообще ДВХ на GreenPlum, ETL в основном на Spark плюс Airflow, короче, стандартный такой Big Data стек на open source. Вот. Но у нас, например, в том числе есть еще ряд вендорских решений, которые, ну, естественно, тянутся там с достаточно таких незапамятных времен. Вот, тоже, например, могу назвать у нас достаточно популярно табло как инструмент для BI, и, в общем-то, весь там BI строился на табло. Вот, и еще из такого, как бы, наверное, того, с чего надо будет съехать, это ETL на SAS. Он все еще у нас там немножечко присутствует. Вот это как раз та вещь, с которой, наверное, вся индустрия уже давно борется, и давно встречает, кто-то там в большей степени успешно, кто-то в меньшей. Мы, благо, не полностью с самого начала были на него завязаны, вот, но нам нужно будет теперь по понятным причинам окончательно от него избавиться. Все то, что можно взять open-source, как аналог, брать open-source и дорабатывать, все то, что можно, что нам не подходит open-source, разрабатывать самому, и только, возможно, ну, некоторые критичные вещи, которые вот прямо здесь и сейчас нужно заменить, возможно, для этого посмотреть российских вендоров. Вот. Но в целом мы как бы идем в сторону независимости от вендоров вообще, не только от иностранных. Мы давно уже как бы для себя думали, что было бы здорово, в общем-то, от вендоров отказываться. Мы про это думали еще на самом деле и до, скажем так, этого года, и там в 2021 году. Но это практически всегда бизнес не очень хорошо на это смотрел, но ровно потому, что тебе нужно вложить денег там, и вообще человеческих ресурсов намного больше или там сопоставимо как минимум с тем, чтобы просто заплатить вендору, но при этом у тебя еще здесь появляется очень много головняка, оно плохо работает, потому что тебе нужно проводить вот эти самые миграции. Тебе нужно смигрировать одни процессы там, со старых систем на новые. И это правда так. И поэтому раньше бизнес на это не особо охотно шел, даже со всеми, ну, скажем так, попытками там, импортозамещения в целом такого как бы концептуального. Да? Бизнес не очень хорошо на это шел, когда у тебя как бы продается готовое вендорское решение, на котором у тебя в принципе все так или иначе работает, даже если оно дорогое. Сейчас тебе в любом случае придется съезжать. С чем пришлось бороться или сражаться, или справляться вашим разработчикам, вашей команде BI? Ну, BI — это, наверное, только как один из примеров, с которым пришлось сражаться. Но на самом деле, то есть у нас текущие там лицензии, которые вот, позволяют использовать, там, скажем так, вендорские решения, вот они будут работать еще не очень долго, и поэтому сейчас в короткие сроки нужно доработать open-source решение, чтобы перевести часть пользователей как раз на это open-source решение. Понятное дело, что для где-то, наверное, процентов 80 пользователей, там и так у них были, ну, дашборды, скажем так, не очень сложные. Они такие, как бы, просто там таблица с минимальными графиками, и она там, они во многом уже ложатся, можно сказать, как as is, и поэтому там доработки нужны минимальные. Ну, то есть нужно встроить у тебя обычно open-source решение во всякие enterprise-системы, то есть там подключить к какой-нибудь LDAP аутентификации, к логированию там безопасников, к там в системе, которая выдает доступы, вот к этому всему подключить, вообще вот эту минимальную интеграцию провести, и уже, в общем-то, можно пользоваться. Дальше начинается история с тем, что, и вот это то, до чего мы объективно как бы пока еще не дошли, что там оставшиеся 20% хотят строить уже сложные дашборды. И реально там у них там со всякими дрилдаунами, они там всякие сложные вещи делают, и тут уже просто функционала open-source решения им не хватает. И вот здесь вот основной вызов за относительно короткий промежуток времени, ну то есть под коротким я что имею в виду? Это, скажем так, там годы, да, то есть вот эти вот там годы, на которые там закуплены лицензии и сколько времени оно там еще будет работать. Годы это, ну, там типа от 1 до 3 в зависимости там от разных решений. Вот за это время как бы доработать импортозамещенный open source до состояния, чтобы вот оставшиеся 20% могли им пользоваться.
Окей, хорошо. Ну вот есть вендоры, которые предоставляют коробочные решения, которые вы берете in-house у себя там на серверах разворачиваете. Есть те, которые предоставляют облачные решения, да, то есть вы как бы к их облакам подключаетесь, забираете. У вас были те, которые располагают свои данные где-то за пределами вашей инфраструктуры? Вот, это вообще хороший в целом вопрос. У нас никогда не было никаких облачных решений, ровно потому, что на самом деле это примерно одинаковая история для многих индустрий, которые работают с чувствительными данными. Ну, самый хороший пример — это как раз телекомы и там банки, например. То есть они не могут просто взять и хранить свои данные в облаках, потому что у них есть ограничения законодательные на то, где они могут хранить свои данные. Вот, и поэтому все те вендорские решения, которые у нас, например, были развернуты, они были развернуты полностью в наших собственных контурах на нашем железе. У нас большинство железа, оно было commodity, ну, то есть просто отдельно закупленное железо, на которое был поставлен там вендорский софт. В принципе, раньше действительно использовались и вендорские решения как ПАК, ну, программно-аппаратный комплекс, который вместе с железом поставлялся и который, ну, без этого железа фактически не работает. Ну, гипотетически, наверное, его там можно зареверс-инжинирить и как-то там заиспользовать, но это, понятно, там это не enterprise путь. Вот. Сейчас почти все железо commodity, и там на нем можно развернуть, скажем так, open-source решение или наше in-house решение. Но опять же, тут ты как бы правильно заметил, что есть проблема, например, с самим железом, что как бы те же самые вендора, ну точнее, другие вендора, да, но это тоже были вендора, они поставляли железо. И вот это вот железо сейчас тоже закупить — это не самая тривиальная задача. У нас оно как бы есть, но чтобы его там закупить там в будущем, для этого нужно будет что-то делать. Я задам уточняющий вопрос. Правильно ли я понял, то, что были некоторые вендора, которые давали не только софт, но они еще представляли, ну, железо? Да, но это разные вендора. Да. Вендора поставляют железо, другие вендора поставляют софт. А, окей. Я думал, то, что есть те, кто делают софт, и сразу под него железо. То есть. Такие были, но у нас уже таких нет, в принципе, наверное, с прошлого года. Окей, да, не, но вопрос импортозамещения на уровне железа — это вопрос уже другой сферы. Там, это да, абсолютно точно, да. Хотя он, в общем-то, напрямую коррелирует, в принципе, с любыми IT-решениями. Вот, ну как бы, я знаю, что в России эта история прорабатывается, но пока объективно, что там до решений каких-нибудь там HP, Dell и вообще всего чего только угодно, там далековато. Скажи, что было тяжелее всего переводить, вот так вот, на первый взгляд? Я к чему спрашиваю, просто есть люди, которые сейчас, скорее всего, будут сталкиваться с теми же проблемами, и им, возможно, будет полезно знать о том, что будет тяжелее всего переводить в их случае. Давай так, объективно нет такого, что вот что-то было легко перевести, а что-то сложно перевести. Здесь скорее больше зависит от объема бизнес-процессов или, ну, различных каких-то задач, которые решались с помощью там того или иного технологического решения. То есть понятно, если у тебя там в табло один дашборд, ну его легко перевести на что бы то угодно ни было. Ты типа просто делаешь это заново, там один дашборд, все легко. Если у тебя там тысячи этих дашбордов, как у нас, то у тебя в любом случае переезд сложный. То есть нет какого-то там магического конвертатора, там, который позволяет там, тебе переехать там, с одной базы на другую или с там, одного BI-решения на другое. На самом деле нет. Это в любом случае миграция, которая почти всегда заставляет тебя практически заново создавать там вот твой процесс, который у тебя был, на новом технологическом решении. Поэтому давай так, давай объективно. Все сложно, и там, и ДВХ перевозить сложно, и BI перевозить сложно, и ETL перевозить сложно. Я бы сказал, одинаково сложно, но это надо делать. То есть это сейчас нет, собственно, никакого другого выхода, кроме как перевозить. Пожалуйста, скажи, какие есть положительные моменты во всем этом процессе? Ну, смотри, то есть понятно, что сейчас и, скорее всего, в ближайший там год все это достаточно серьезный технологический вызов, учитывая и сложность технологической реализации, и потерю кадров, которые мы сейчас там все, на самом деле, будут иметь. Сейчас, вот там ближайший год-два — это прям вызов серьезный достаточно. Но суть в том, что если мы этот вызов пройдем, и если мы действительно сможем избавиться от вендорских решений в пользу собственных, это на самом деле означает, что у нас на рынке будут появляться, ну, я надеюсь, я в целом в это верю, что у нас могут начать появляться достойные аналоги вендорских решений. Причем, возможно, как это было, например, ну, что такое можно привести из понятное вообще всем, не знаю, как в сфере банкингов какого-нибудь, да, то есть вот там Европа, вот она на самом деле достаточно как бы консервативна в этом смысле, да, а вот у нас банкинг стал развиваться намного позже, и поэтому у нас намного быстрее стали появляться различные там Apple Pay там, и все такое, да, вот, как бы мы намного быстрее и гибче оказались в этом. Так вот здесь
вот похожая история. Мы сразу, на самом деле, можем отбросить там все легаси, там различные там проблемы, которые были уже вот у различных там вендоров, и сразу уже делать стильно, модно, молодежно. Я бы это так назвал, современно. И это может нас, в принципе, через там несколько лет привести к тому, что у нас на рынке появятся решения собственные, которые будут не то что уступать, возможно, даже превосходить те решения, от которых мы сейчас отказываемся. В это, ну, надо только как бы верить и, опять же, делать. Вот здесь нету никакого другого способа, кроме как к этому прийти. Как химия, можно реакцию ускорить, там, либо встряской, либо поджечь этот сосуд с химической реакцией. Так и здесь, то есть, получается, вся эта история с импортозамещением, она просто ускорилась. То есть вы бы этим занимались бы, но гораздо медленнее, растянулось бы это на годы, абсолютно, а то и десятки лет. А тут в итоге это все сокращается до месяцев или годов. Да, ровно так. Понял, спасибо, здорово, это, собственно, хорошо. Спасибо большое тебе, Максим, спасибо большое вам, наши зрители. Я напоминаю, что с вами был Антон Морев, мы находимся на Hello 2022, мы поговорили с Максимом Бартеневым о миграции и импортозамещении Big Data в МТС. Максим, спасибо. Спасибо, Антон, спасибо всем.